самом деле мне бы не хотелось, чтобы это превращалось в длинное, занудное какое-то рассуждение, рассказ мой. Поэтому сразу всем вам предлагаю, задавайте вопросы прямо по ходу моего рассказа. Общаться с журналистами он захотел без официоза, поэтому микрофон сразу отложил в сторону. Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов приехал в Ульяновск с открытой лекцией для местных корреспондентов. Тема не совсем привычная для СМИ – уголовное право, суды и силовые ведомства. Я считаю, что она вполне себе целесообразна вообще для любой сегодняшней журналистики, потому что, ну, вообще мы живем в довольно быстро изменяющемся мире. Главная суть и вообще состоит в чем? У нас там публичная политика, там разные периоды проходят. И сейчас такое время политики, когда много политических вопросов решается через суды и через уголовные дела. Громкие судебные дела и роль медиа в них. Как правильно донести информацию до аудитории и сделать тему, направленную на узкий круг читателей, интересной для всех. Этим, а также многим другим журналистским тонкостям и была посвящена полуторачасовая беседа. Часто она прерывалась словесными баталиями, вопросы спикеру сыпались со всех уголков аудитории. Жаркая дискуссия привлекла в креативное пространство квартал даже местных котов. Помимо братьев наших меньших и профессиональных журналистов, лекцию посетили и будущие акулы пера. Мне это интересно в первую очередь тем, что я могу попробовать себя в будущем в политической журналистике. Такие вещи, как установление взаимодействий между политическими делами и уголовными делами, собственно, прекрасно показывает эксперт. И рад послушать его, Сергей Смирнов, человек с именем. И рад, что Ульяновск принимает таких гостей. Сергей Смирнов стал первым федеральным экспертом в рамках проекта «Гончаров клуб», который направлен на знакомство и обмен опытом региональных СМИ с федеральными изданиями. В течение всего года квартал еще не раз соберет творческих и креативных людей со всей страны. Рената Льулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.